Здравствуйте! Это канал «Кое-что о России». 15 мая 1935 года открылось 13 станций московского метро общей протяженностью 11,5 километров. По состоянию на 25 сентября 2018 года работает 221 станция на 14 линиях. Самые новые станции – это 7 станций на линии 8А, которые открылись 30 августа этого года. Я хотел бы представить вам в дальнейших видео мою версию подборки лучших станций московского метро. Пожалуйста, приходите и смотрите. Благодарю вас за внимание. До встречи!